Я розпочинаю свій день з чашечки свіжозвареної гарячої кави. Сьогодні ми запитаємо акриманців, з чого та як вони розпочинають свій день. Скажіть, будь ласка, з чого ви починаєте свій день? Як звичайно, варю діду кашу манною кожне утро. Ну і все остальное. Ну як, чай там. Умився, поїв. І починаю збиратися на роботу. Зарядку кофе? Зарядка кофе? У мене робочий день такий, що сам по собі є зарядкою. Кофе не пью, чай зеленый. С чего вы начинаете свой день? Нам интересно. С чего начинаю свой день? Да. Ну, а с чего может человек начинать день? Проснулся, умылся, позавтракал, погладился, вышел на работу. Зарядка, кофе? Нет, вечером. Вечером. Кофе всегда обязательно. Две чашечки выпивается и все, да. И так вот день начинается. Без кофе никак. Утренняя зарядочка обязательно должна быть для тонуса, а кофе нет. Я пользуюсь такими проверенными средствами, как улыбка, общение с позитивными людьми, философский подход к жизни без таких стимуляторов. Оно всегда повышает настроение, особенно чувство, когда помог человеку, человек тебя искренне поблагодарил, в том, что ты что-то сделал полезное для людей, для ближних. Ну и это повышает настроение. Да, умываемся. Летаем как бабочки. Да. И за домашние дела. А с чего кофе, надо? Зарядка. Ну, зарядка у нас нагинаешься, разгинаешься в хозяйственных делах. Поэтому зарядка отпадает. Да. Что еще? Потом уже варим кашу, кушаем, а потом уже. На рынок. На рынок. За продуктами. А потом уже что делаем? Принимаем учеников. Дома, если есть. Зарабатываем, как можем. А если нет, то дальше уборка. Ну, чашечку кофе, конечно. А потом? А потом собираюсь на работу. Просыпаюсь обычно, зарядка, потом завтрак, потом туда себе кошечек кормлю, у меня их животных много. Гуляю с собачкой своей, кормлю ее. Потом выхожу в парк гулять, отдыхать. Кофе пьете? Зарядку. Зарядку, кофе обязательно каждое утро. Детей кормим, уже собираем на работу. Кофе, зарядка. Да. Зарядка не всегда, но кофе да. Ну, да. А вы? Чай. Тоже зарядка. С утра на учебу собираемся, учимся.